Друзья, всем привет! Сезон тыквы в самом разгаре, плюс еще и Хэллоуин на этой неделе, поэтому сегодня десерт из тыквы. Предлагаю приготовить мини-кексы из тыквы и ягод. Уверяю вас, дети ни за что не догадаются, что в этих кексиках есть тыква. Для приготовления тыквенных мини-кексов с ягодами нам понадобится 150 граммов размягченного сливочного масла, 100 граммов сахара, в данном рецепте я использую коричневый тростниковый сахар, 100 граммов яйца, это приблизительно 2 штуки, 250 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя, цедра одного апельсина, 200 граммов натертой на мелкой терке тыквы и 50 граммов ягоды замороженной. Можно использовать чернику, черную смородину или малину. Берем размягченное сливочное масло и взбиваем. Можно воспользоваться комбайном, как я сейчас, можно, в принципе, и вручную взбить мягкое сливочное масло. Масло должно посветлеть, чуть увеличиться в объеме, этого достаточно. Отправляем сюда же цедру одного апельсина, натертую на мелкой терке, так. И сахар. Сахар можно использовать, как у меня сейчас, коричневый тростниковый, можно использовать белый, мне больше нравится использовать тростниковый. И продолжаю взбивать, еще буквально 30 секунд. Перемешали, отправляем сюда яйца комнатной температуры, обязательно комнатной температуры, снова перемешиваем. Так, я соединила муку с разрыхлителем и отправляю ее в нашу яично-сливочную массу. Так, снова перемешиваю. Вся мука должна увлажниться. Теперь отправляем сюда тыкву, натертую на мелкой терке, и снова перемешиваем. Тут уже долго мешать не нужно, просто чтобы тыква объединилась с тестом. Тесто готово. Тесто у нас практически готово, остается добавить только замороженную ягоду, но о ней чуть позже, ее добавим в конце. Духовка разогрета до 180 градусов. Здесь у меня формочки вот такие, просто чтобы удержать бумажные формы. Так, выкладываю. Теперь отправляю в тесто ягоды. Они обязательно должны быть заморожены, чтобы они не пустили очень быстро сок, а пустили сок уже в духовке, когда тесто прихватится, уже слегка пропечется, тогда вся влага останется внутри, ничего никуда не денется. Так, засыпаю. Выкладываю тесто в форму, буквально до середины формочки. Ягодка очень нарядно смотрится в этой выпечке. Оранжевая, с таким бордовым. У меня здесь рассчитано на 10 таких формочек. Отправляем наши мини-кексы в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 25, максимум 30 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. А мини-кексы провели в духовке 30 минут, и они уже готовы, можем доставать. Так. О, какой аромат тыквы и апельсина. Смотри, какая красота. Достаем.
достаем, пусть скорее остывают. Опа. Еще один. Уберем эту некрасивую бумажку. Она нам только для того, чтобы кексики держали форму. Нужно. Так. Опа. А как вкусно! Опа. А для нарядности можно сделать снег, зиму. Класс. Это очень вкусно. Детям можно сразу говорить, что это апельсиновый с ягодами. Не признавайтесь, что там есть тыква. А больше рецептов, друзья, вы найдете на моем YouTube-канале Лиза Глинская «Готовим вместе». Как сладких, так и соленых. Тут же напомню, тыквенный чизкейк обязательно попробуйте его приготовить. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе. Конечно, я забыла про разлом. Давайте разломаем, посмотрим, что там внутри. Смотри. Круто. Ты видишь? Это уже вообще видно, какой он влажный, сочный, но в то же время такой пористый. Класс. Скорее на кухню готовить.